Приветствую вас, мотобратья. Сегодняшний ролик будет именно для вас, а в частности для владельцев двухцилиндровых двигателей, ну, мотоциклов с двухцилиндровыми двигателями, в частности, вот Урал-Волк, к примеру. Значит, напоминаю, что с завода эти мотоциклы оснащались до того, как инжектор внедрили, вот такими вот карбюраторами Кейхин СВК, японские карбюраторы. И, в общем, аппараты это достаточно капризные при неумелом их обслуживании. В общем, я столкнулся с какими проблемами этих карбюраторов. Это перелив топлива. То есть вот через эти трубочки, когда топливо начинает переливаться и может затечь в цилиндр, и может возникнуть гидроудар при запуске со стартера. Вот, то есть с этим я столкнулся. То есть надо все время следить за тем, чтобы краник у вас был закрыт, а бывало и в движении. То есть едешь, и начинается перелив. То есть это вот такая фамильная черта у этих отличных, надо сказать, карбюраторов, надежных, ресурсных, но вот они на многие мотоциклы ставятся, японские, вот на Харлеях, по-моему, тоже такие стояли раньше. В общем, и настройка этих карбюраторов тоже вызывает вопросы. То есть одно время я не владел в достаточной мере опытом по обслуживанию этих карбюраторов и поменял их на К-68, про которые был сюжет. Значит, я показывал эти карбюраторы, как я их доработал, но они износились, перестали по-нормальному настраиваться, мотоцикл с ними не очень хорошо стал на разных режимах себя чувствовать, и я вернул обратно вот эти вот родные Кейхины, но предварительно их грамотно обслужив. И сегодня я вам расскажу, как это нужно делать. Итак, вы почувствовали, что ваш мотоцикл как-то не так стал себя вести. То есть неровная работа, допустим, провалы на переходных режимах и так далее. Ну, прострелы в глушитель, там, допустим, вот, или в карбюратор, и в этот воздушный фильтр, в смысле, что во впускной тракт. В общем, это все ненормальная работа. И это значит, что надо заняться поиском неисправности или разрегулировки. Сейчас я по порядку объясню, как нужно вам действовать в этой ситуации. Сегодня я рассказываю именно про карбюраторы, про их обслуживание. Значит, первым делом смотрим зажигание. То есть момент опережения. Определяем, правильно ли он выставлен. Ну, здесь на волке микропроцессорная система зажигания. Вот блок управления, здесь светодиод, то есть там меточки надо совместить. И светодиод в момент, значит, разряда должен погаснуть. То есть надо прокручивать коленвал. И вот когда метка, первая метка совмещается, вот должен гаснуть светодиод. Вот это, я думаю, все знают, как это делать. Значит, это перво-наперво надо сделать. Потом, дальше проверяем свечи, проверяем, меняем, если они старые. Выставляем на них правильный зазор, 1 мм, как-то положено. Вот, это делаем. Проверяем настройку клапанов, зазоры. И обязательно проверяем компрессию. Компрессия где-то в районе 10, здесь должна быть атмосфер. Вот, не путать со степенью сжатия, кстати говоря. Дальше, поехали. Когда все проверено, то есть все вообще супер, компрессия в обоих цилиндрах одинаковая, то есть она не должна различаться сильно. Если на атмосферу различается, это все уже, значит, что-то надо ремонтировать. Клапана смотреть, значит, либо цилиндропоршневую группу, в общем, туда копать, в ту сторону. Если же все в порядке, переходим к системе питания. Это у нас карбюраторы. Значит, перво-наперво, что делаем? Снимаем с мотоцикла эти карбюраторы, полностью снимаем и полностью их разбираем. Неважно, что там, какие подозрения,
надо обслужить аппарат. Значит, полностью снимаем, полностью разбираем, промываем очистителем карбюратора, значит, тряпочкой, там, не знаю, там, деревянной палочкой, весь мусор, где там чего есть, значит, удаляем, смотрим состояние мембраны в вакуумной камере, значит, чтобы она была не порвана, там ничего, значит, смотрим состояние дроссельной заслонки, иглы, чтобы не было признаков износа. Пружина должна, значит, быть определенной длины, они должны, длина пружины должна быть одинаковая на обоих карбюраторах. Вот, пружина тарированная, значит, вот на заслонке здесь стоит, на вакуумной. Здесь две заслонки, одна вот здесь вот, вот она там тросиком приводится. Вторая заслонка вот, приводится в движение вакуумной вот этой вот системой. То есть, вот, вот приводы заслонки, которая тросиком приводится. Итак, вот это все сделали, промыли. Собрали, продули жиклеры обязательно, значит, все это сделали. Собираем, не торопясь, карбюраторы. И проверяем уровень топлива в поплавковой камере. Как это делать? До установки на мотоцикл держим карбюратор ровно, то есть по уровню как бы земли, чтобы вот он, ну, ровно, чтобы он стоял. И внизу здесь вот есть такой сосок. Сюда надо одеть трубочку прозрачную, от капельницы, допустим. И вот тут вот винтик есть, вот он, на шестигранничек. То есть его надо отвернуть. Ну, трубочку загибаем, понятно, что. И смотрим уровень, какой будет. То есть открываем краник, подсоединяем шланг топливный. Открываем кран и смотрим уровень. Уровень должен соответствовать вот этой вот черте, то есть разрезу вот этому вот. Вот. Где поплавковая камера, крышка отделяется от корпуса карбюратора. Вот ровно тут должен быть уровень топлива. Если он выше, ниже, соответственно, подгибаем язычок на клапане и устанавливаем уровень. И сейчас я подхожу к проблеме переливов. Как этого избежать? То есть это тоже от несвоевременного обслуживания происходит. Чисто от этого. Ну, во-первых, у вас должны фильтры тонкой очистки топлива стоять обязательно. И второе, вот там внутри поплавок, значит, воздействует на иглу. Вот эта игла имеет на своем конце резиновый конус. Так вот, этот конус обязательно надо протирать очистителем карбюратора и с тряпочкой до матового блеска. Вот так вот, прямо его вот аккуратненько, тряпочкой мягкой, значит, протирать от лаковых отложений. То есть, именно из-за этого накапливаются на этом конусе лаковые отложения, он начинает становиться таким блестящим, глянцевым, и начинает пропускать. Так вот, его надо хорошенько протирать. Вот это вы сделаете, и у вас не будет больше никаких протечек очень-очень долго. То есть это надо делать. Дальше, значит, поехали. Когда все вот это сделали, то есть уровень посмотрели, оба карбюратора установили, значит, смотрим, чтобы нигде не было подсосов воздуха вот здесь вот. В частности, ну, у меня здесь вот на такую самодельную систему крепления заменено. То есть в стоке здесь идут такие резиновые фланчики, но они имеют свойство быстро приходить в негодность. Имели, я не знаю, сейчас, наверное, нормально все. Но, по крайней мере, вот у меня сделано именно вот так вот. То есть выточен был фланец и шланг бензомаслостойкий, значит, с помощью его крепится карбюратор. Ну, это надежно, система себя показала очень хорошо. То есть разграничение есть от цилиндра, оно обязательно должно быть. Жесткого крепления эти карбюраторы не допускают к цилиндру. Вот. Все, значит, вот это сделали, все проверили. И начинаем настройку. Значит, теперь настройка. Как это правильно делать? Вот здесь вот находятся. Так, вот тут вот, вот они. Вот. Винты качества. А вот тут, сейчас я вам покажу,
винты количества, то есть они поднимают вот эту вот дроссельную заслонку, приводящуюся в движение ручкой газа. Так вот, что мы делаем? Мы закручиваем полностью винты качества, которые находятся внизу. То есть вот эти вот винты полностью закручиваем. И винтами количества приподнимаем заслонку так, чтобы на каждом из цилиндров двигатель работал, ну, на минимальных оборотах и устойчиво. Как это делается? Берется свеча, стаскивается колпачок, значит, свеча вставляется в колпачок, вот так вот, и кладем вот на цилиндр, чтобы у нас тут искра била. Обязательно свечу надо вставлять, просто так колпачок свечной нельзя оставлять, может у вас пробить катушку. И запускаем двигатель на одном цилиндре. А, да, до этого надо двигатель прогреть обязательно, обязательно прогреть. Ну, на обоих цилиндрах, значит, прогреть. И потом отключаем цилиндр и запускаем. Вот так вот завели, то есть, и какие-то минимальные обороты устойчивые должны быть на цилиндре. Так, ну я глушу, мне сейчас это не надо делать. А вы слушайте, что нужно делать вам. Смотрите, берете вот такую вот отверточку, вот такую вот, и начинаете. В общем, у вас двигатель работает на одном цилиндре, напоминаю. Значит, винтом количества выставлены минимальные обороты, то есть заслоночка приподнята. Этот винт закручен. Так вот, винт качества начинаем выкручивать. Медленно начинаем выкручивать. И смотрите, цилиндр будет увеличивать обороты. Продолжаем выкручивать винт. И выкручиваем до момента снижения. То есть может 4 оборота быть, там 3 оборота до этого момента. Не суть, считать не обязательно. То есть останавливаемся в тот момент, когда у вас началось снижение оборотов. То есть уверенное такое. Чуть возвращаем в этот момент винт до точки снижения, то есть, или до точки увеличения, то есть обратно его закручиваем. И здесь важный нюанс есть. Смотрите, то есть вот на одном цилиндре мы заводим двигатель. А, да, еще момент забыл упомянуть. То есть у вас цилиндр вот этот прибавил обороты за счет того, что вы выкручивали винт качества, да? Винтом количества приопускаем заслонку и обороты опять делаем как бы минимально устойчивые. Вот, вот такой вот нюанс есть. И дальше, смотрите, ну у нас как бы работает двигатель, я завожу, потому что у меня не работает. То есть, и играем ручкой газа, друзья. То есть у вас, вы должны добиться, чтобы цилиндр у вас увеличивал обороты без провалов. Вот так вот, как я сейчас сделал. То есть резко играете. То есть как это делается? Корректировкой, опять же, винта качества. Винты качества, ими устанавливается холостой ход, но они работают и на рабочих режимах. То есть через эту систему подается топливо вот в переходный период, когда вы чуть прибавили газ из холостых оборотов, значит, на рабочий двигатель переходит. В этот момент, вот, если неправильно у вас отрегулирован винт качества, у вас будет провал. Вот этого провала быть не должно. То есть одной рукой вы играете газом, а другой рукой вы крутите винт качества и вот добиваетесь уверенного набора оборотов на данном цилиндре. Когда все это сделали, то есть у вас цилиндр работает так, как надо, ровно и хорошо, как я сейчас вам показал, переходите
на другой цилиндр. Соответственно, свечу переставляете вот сюда, вот отсоединяете здесь колпачок, и на том цилиндре повторяете ровно те же манипуляции. Дальше, что вы делаете? Когда вы все это настроили, вы на каждом цилиндре попеременно, значит, ну вы настроили, да, винты качества, то есть у вас каждый цилиндр уверенно одинаково набирает обороты. Теперь вам надо их синхронизировать. Делается это на слух. Вот именно синхронизация, я сейчас говорю, холостого хода, холостых оборотов. Рабочие режимы синхронизируются дальше. Сейчас я вам тоже об этом расскажу. Значит, переставили, отключили один цилиндр, завели, и минимальные обороты, значит, устойчивые, выставляем на одном цилиндре и на другом на слух, чтобы примерно было одинаково. Потом снимаем, вернее, вытаскиваем нашу свечу. Ну, давай, вытаскивайся. Вот так вот. Вот. Колпачок деваем на место и заводим двигатель уже на двух цилиндрах. То есть вот у вас он у вас должен ровно работать двигатель. И вибрации от двигателя должны быть минимальные. Если у вас вибрирует сильно руль, допустим, вот, или цилиндр вы трогаете, если вибрации вы ощущаете, соответственно, еще раз, винты качества не трогаем уже больше, винтами вот этими вот количество, значит, приподнимаем или приопускаем заслонку, добиваясь ровной работы с минимальными вибрациями. Значит, если это сделали, у вас холостой ход отрегулирован. Дальше уже переходим к синхронизации карбюраторов на рабочих режимах. Для этого ставим мотоцикл на центральную подставку. Вот. Значит, у нас колесо вот должно быть вывешено заднее, соответственно. И по мануалу начинаем настраивать синхронность. Снова берем, за основу берем вот этот, допустим, цилиндр, в моем случае, ну, который удобно. В моем случае это левый, потому что здесь регулировать не очень удобно. Удобнее вот здесь вот. Что мы делаем для регулировки? Еще раз. На подножку поставили. И смотрите, у нас вот есть разветвитель, да, вот здесь вот. Вот он. В волке это так сделано. То есть вот тросик пошел, один тросик к ручке газа, и дальше он на разветвитель идет. Вот. То есть нам сейчас надо сделать так, чтобы на рабочих режимах на каждом цилиндре двигатель выдавал одинаковые обороты. Вот есть такие умники, которые рекомендуют делать там, ну, совсем глупый способ, это когда помощник вращает ручку газа, и, ну, кто-то вот трогает вот здесь вот, значит, заслонку, ловит начало движения и делает так, чтобы они одинаково срабатывали. Ну, на самом деле, это способ, он никогда не приведет к синхронизации цилиндров, потому что цилиндры все равно немножко, но отличаются, и надо индивидуально настраивать каждый цилиндр. Вот. Значит, на слух тоже абсолютно не вариант, пролетите 100%. Только по мануалу. А по мануалу это вывешиваем заднее колесо, выставляем на одном цилиндре скорость, включаем четвертую передачу прямую, и выставляем на одном цилиндре скорость по спидометру 50 км в час, допустим. Ну, 50-60, вот так где-то. И, значит, как это делается правильно? Сейчас я буду рассказывать очень важные нюансы. Ну, во-первых, выставлять я буду эту скорость вот на этом вот горшке, потому что здесь я регулировку трогать не буду. Регулировать я буду вот здесь вот.
Так, в общем, выкручиваем. Так. Блин, тут. О. Значит, выкручиваем тросик, убираем свободный ход. Вот я так делаю здесь. То есть вот у нас заслоночки, вот они приподнялись. Оторвались от винтов количества. То есть, ну, где-то вот так вот, наверное, да, примерно будет. Значит, отключаем опять один цилиндр. Вот этот вот, в моем случае, правый. Потому что мне его удобнее регулировать. Именно на нем удобнее производить регулировку, синхронизацию. Значит, вставляем свечу. Вот так вот кладем на цилиндр точно так же. И смотрите, я запускаю двигатель. На одном горшке. И смотрите. Колесо вращается. Скорость. Вот, выставили. 50 километров в час. Ну, я уже на слух знаю примерно, как его выставлять, поэтому по опыту уже сразу ловлю. Вы, может, немножко помучаетесь, если вам это в новинку делать, но это не сложно. Все, с опытом все быстро придет. Так, теперь отключаем правый цилиндр и отключаем левый. Вот, и смотрите, значит, что у нас должно произойти. Да, включаем. Ой, это сам втыкаем свечу. Вот так вот кладем и запускаем на правом цилиндре. Кстати говоря, есть небольшой разброс, можно подрегулировать. Как это делать? То есть, видите, ну, вообще разность на 5 км в час она допускается, но я все-таки перфекционист, я люблю, когда все ровно. Вот, сдергиваем вот этот защитный колпачок. Так, вот так вот. И нам надо чуть приопустить тросик. То есть нам надо вот эту гаечку, вот этот болт, вернее, как правильно его назвать, нужно вкрутить чуть-чуть. Сейчас я это сделаю. И очень важный нюанс здесь вот. Сейчас вот пока не делал. Значит, оболочку троса обязательно плоскогубцами поддерживайте. Не давайте ей вращаться. Значит, тросики не должны как бы двигаться в момент настройки. Потому что, ну, на 90% у вас потом настройки уплывут. То есть тросики должны в одном положении находиться всегда. В каком были, в таком и есть. То есть держим тросик и заворачиваем тут самое ключиком вот этот болтик заворачиваем, чуть приопуская заслонку. Сейчас я это сделаю и покажу результат. Все готово. Колпачок резиновый натянул обратно. И смотрите, что сейчас будет. Запускаю двигатель. Подождем. И вот все. Ровно 50 км в час.
достаточно. То есть вот, друзья, это мы сделали. И перепроверяем, обязательно всегда перепроверяем. То есть отключаем этот цилиндр, поиграем ручкой газа немножко, выкрутим до максимума ее и проверяем на этом цилиндре снова. Значит, не сбилась ли у нас настройка. Когда несколько раз, допустим, раза 4, вот так вот вы перекинете свечи, и у вас будет одинаково работать мотор, то на этом все оставляем как есть. И синхронизация у нас завершена. Ну и в процессе эксплуатации стараемся тросики как бы не трогать. То есть изменение их положения, то есть кейхины очень чувствительные к подъему, к положению заслонки. Вот. И чуть вы изменили там изгиб там тросика, у вас это скажется, сыграет. То есть стараемся при мойке мотоцикла не трогать тросики, не крутить оболочки их и так далее. То есть вот отсинхронили и все, вот так оно и есть. Значит, начинаем регулировку скоростного хода, как я показал, на каждом цилиндре. И переходим к регулировке потом уже синхронности на рабочих режимах, как я показал. Если у вас все сделано правильно, значит мотоцикл будет работать очень ровно и стабильно, и не будет у вас никаких вибраций вплоть до больших скоростей. То есть вот, ну, если вам хочется ехать 120 км в час, допустим, и от двигателя нет повышенных вибраций никаких, значит вы все правильно сделали. Если же вот, особенно когда у вас, допустим, с 3 на 4 вы переключаетесь, вот на 60, допустим, и при разгоне у вас повышенные вибрации, значит синхронность потерялась, скорее всего, потому что не должно вибрации быть, должен быть нормальный, уверенный разгон, двигатель должен работать мягко. Вот. И сейчас, значит, я вам покажу, как работает уже настроенный двигатель. Значит, я возвращаю колпачок на место. Вот. Возвращаю на место. И смотрите. Вот здесь вот тоже я закручиваю вот этот вот винт. Должен быть свободный ход небольшой тросика. И все. Гаечку затягиваем тут вот. Ее плоскогубцами можно подтянуть. Так, вот все. И запускаем мотор теперь уже на двух цилиндрах. Смотрите. То есть вот ровная работа на холостых оборотах. И уверенная реакция на ручку газа, двигатель не вибрирует. Ну и после этого рекомендуется провести ходовые испытания, то есть проверить, прокатиться, как у вас мотоцикл будет вести себя на дороге. Но, как правило, вот это уже можно быть уверенным, что все в порядке у вас. Значит, что все синхронизировано, все настроено. Давайте сейчас проверим. Вот ходовые испытания, значит, сейчас произведем. Видите, он скика должен замечательно вот так вот заводиться, запускаться. На правильно настроенных карбюраторах, с правильно настроенным зажиганием и так далее, при исправном двигателе. Ну, проверим.
есть вот, байк уверенно набирает обороты, стартует, взрывая землю, хорошо разгоняется, работает ровно, вибрации на руле от двигателя нет. Вот так, то есть подробнейшая для вас инструкция по обслуживанию карбюраторов Кейхен. А на этом я говорю вам до свидания и до новых встреч на канале, до новых полезных сюжетов.